Пятница начинается с того, что я даю сказать приветственную фразу Николаю, представителю президента Федерации воздушно-силовой атлетики, члену общественного совета при Министерстве спорта Саратовской области, члену общественного дома совета при областной думе Саратовской области Юдашкин Николай Алексеевич. Друзья, на немножко народ хлопит, быстренько времени будем открывать. Сегодня у нас официальное соревнование, Кубок области, Саратовской области. Может, это завершающее. Еще, правда, 20 декабря будет, но сегодня такие основные, где мы посмотрим, чему вы научились за этот год, какой у вас уровень стал на сегодня. Поэтому, друзья, давайте настраивайтесь. Всем желаю победы. Вот. Что еще хотел сказать? Так как у нас официальные соревнования, потому что мы как федерация аккредитованная, мы должны развивать этот вид спорта официально. Поэтому у нас присутствуют и разряды, и звания. Вот хотелось мне сегодня в присутствии всех вас поздравить с присвоением первых разрядов следующих спортсменов. Зачетная квалификационная книжка присуждается Машаеву Асхату, первый разряд. Получает зачетную книжку и значок. Ребята, это одни из первых в России, кто у нас получили разряды. По-моему, в Москве там один есть, но в основном все в Саратове. Поэтому Саратовская область, как всегда, впереди, и это очень здорово. Челинцев Тимур, наш амбассадор. Ребята, недавно, как вы знаете, ездили в город Уфа на международные соревнования. Привезли оттуда золотые медали, а также красивые костюмчики, вот можете увидеть на Тимуре, стоимостью где-то 200 тысяч рублей, там, инъекционный комплект Минспорт выделил. Поэтому, как говорится, есть к чему стремиться. Тимур только в этом и ходит, как я посмотрю. И последний у нас третий, это Варежников Никита, Вера Павлович. Получаем зачетную книжку. Поздравляю. И переходим к следующему этапу. Так как вы, может быть, знаете или не знаете, этот год у нас признан годом наставника, педагога, тренера, потому что это приравнивается сейчас тоже звание педагога. Поэтому я хотел бы отметить тех ребят, которые давно уже с нашей федерацией, с самого начала развиваются, занимаются деятельностью тренера. Поэтому этих ребят я сегодня тоже решил отметить. Давайте перейдем к поздравлениям. Итак, лучшему тренеру города Сарана Челинцев Тимур! Вот это наша жена. Высокая, да? Оставайся с нами. Так, нет. Также Николай Роман, это тот парень, который нам делает афиши, рисует макеты. Также сегодня я решил его отметить. Огромное тебе спасибо, Роман, оставайся с нами. Машаев Асхат, ракета «Красный флот». Красавчик. Сергей Сергеевич, в твоей стадии мы забыли Дэри Тендерс. Клуб «Мельстрин». Благодарю. Ну и, по-моему, последний, кто у нас это Павлинск. Бомбил Владимир Дзаминас. Молодец. Вот, можете всех, вот, ребята, видеть, это те люди, которые с самого начала развивают спорт, в принципе, это те люди, благодаря которым работает федерация, развивается наш вид спорта, формируется сборная и так далее. Все это благодаря им. Поэтому давайте еще раз поаплодируем. Спасибо. Сегодня хочу представить судью, которая будет сегодня оценивать ваше выступление. Армен Каракасян, наш поклонник клуб, друзья, находится в полицехе, великого полицеха, 565 группа 1, по-моему, да? Сидоров Сергей, также наш руководитель, тренер этого клуба. И Армеков Олег, великий сегодня тренер, профессор. Я всегда решил, очень уважаемый человек нашего вида спорта. В принципе, все, что я хотел сказать, желаю всем удачи. Хорошо, потом вас не соберешь,
встаем напротив баннера все, делаем общее фото, окей? А потом уже начинаем соревнования. Договорились? А, секунду, еще слово до начала старта. Раз-раз. Много времени не займу. Во-первых, всех приветствую. Мы тоже приехали не с пустыми руками. Николай Алексеевич, вам большое спасибо за развитие воркаута на территории Саратовской области. И не только, что благодаря вам, вашей работе, нашей работе, мы можем развиваться не только в области, там, в своем районе, но и можем выходить на какие-то уровни, на более высокий уровень, развиваться как спортсмен, как личность. Поэтому от нас примите небольшой такой подарок, презент, футболку «Ракеты». Давайте поаплодируем все за работу и первую часть нашей большой семьи, нашей «Ракеты». Мы полетим с вами. И еще парочку моментов. Я думаю, ни для кого не секрет, что мы выступаем в основном во фристайле парном, и у меня есть напарник Саратова, которого зовут Пчелинцев Тимур. Я попрошу выйти сюда, Тимур. Ну, так получается, что мы постоянно аплодируем тебя. Получается так, что мы этот официальный момент никак переносили. И сегодня настал тот момент, когда мы официально объявляем о том, что спортсмен Пчелинцев Тимур является спортсменом команды «Воркаут Ракеты». И поэтому примите, Тимур, от нас футболочку. Теперь мы все это подтверждаем все это официально. Все. И хочу еще отметить, у нас здесь есть судья, который приехал у нас с Паласовки, правильно? Абруков Олег, это человек, который стоял у истоков воркаута, хоть он и из Волгограда, но на время обучения в Саратове, он внес очень большой вклад в развитие воркаута. Это человек, который мотивирует меня по сей день. В свое время, когда я только начинал, он уже обладал невероятным уровнем, выиграл отличного уровня соревнования. И при наличии таких регалий он всегда оставался простым человеком и никогда не отказывал ни в чем. Мне именно в каких-то простых житейских советах, тренировках, персональных тренировках. И он меня мотивировал, и по сей день мы сохраняем теплое общение. Поэтому прошу похлопать очень громко. Действительно, я еще раз он меня мотивирует. Спасибо, Олег, что ты есть. Очень приятно находиться. Здорово, что у вас как есть кумир. Это здорово, что поговорится такие люди с вами с нами. Ну давайте, ребят, подойдем к баннеру, сделаем общее фото и приступаем к соревнованиям. Давайте все судьи, все давайте соберемся. Пока мы все здесь, еще добрые и усталые, готовые к борьбе.